Сотрудники регионального наркоконтроля задержали двух участников преступной группы, которые организовали постоянный канал доставки избыта героина на территории Рязанской области. Наркополицейские установили, что двое жителей Рязани и района активно занимались розничной торговлей наркотиками, сформировав за время своей преступной деятельности солидный список клиентов. Подозреваемые ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков, и в настоящее время они регулярно привозили на автомобиле криминальный товар из Подмосковья. При этом 39-летний лидер группы решал вопросы закупки, хранения и фасовки наркотиков, аккумулировал денежные средства, а его 35-летний сообщник занимался подбором клиентов и напрямую с ними контактировал, тем самым оставляя своего товарища в тени. По оперативным данным, преступники в последнее время проживали в селе Выползово, а сделки проводились в том же районе на Лесной Поляне. Так, в течение дня были задержаны два автомобиля, в которых 7 клиентов возвращались в областной центр с приобретенным наркотиком. Установив точное местонахождение сбытчиков, находившихся в недостроенном особняке, оперативники осуществили их задержание с поличным. Просто так или что? Или за деньги? За деньги. Взамен телефона. И за деньги, и взамен телефона. Каждый день? Да. При проведении личного досмотра и обыска дома с привлечением служебной розыскной собаки наркополицейские обнаружили 120 среднеразовых доз героина, расфасованного в так называемые чеки. Следственным отделом УФСКН по данному факту было возбуждено уголовное дело. По решению суда фигуранты заключены под стражу.